Смотрите, что подогнали. Колеса с кары, но уже вместе с дисками. Вот. Резина. Это такая же, как на тракторе стоит. 18/7/8. И вот такая еще резина есть. 21/8/9. Она чуть побольше. А, и донкрат мне еще подогнали. 30-тонник. Вот из него пресс и сделаю. Только он не работает. Надо разобрать его, посмотреть, что там. Манжеты. Может, масла нету. Может, еще там какая фигня. Да нет, что-то пшикнул. В общем, есть тема для размышления. Я думаю, пресс хороший получится. Друзья, всем привет! Вот такого монстра мне подогнали. Якобы сказали 30-тонник, но он не в рабочем состоянии. Не знаю, получится восстановить, не получится. Попробую раскрутить, посмотреть там состояние манжет и всего остального. Ну, соответственно, привести его в порядок и сделать хочу из него пресс. Ну, по сравнению вот с двухтонником, с обычным, да? Вот такая вот штукенция. Сейчас попробую его раскрутить, почистить. Ну, и, соответственно, оживить, если получится. Так, мужики, ну, почистил его так. Немножко от грязи, от краски, где смог достать. Вот даже он щетку применял. Вот там... было поменьше мусора. Ну и соответственно, ключа у меня такого нет. Газовые те, что есть, они не настолько не раскрываются, поэтому будем отворачивать ее самым, наверное, простым способом. Так, мужики, ну зажимаем гайку в кисы, кувалдочка, и пробуем откручивать. Вот самое длинное ребро выбрал и откручиваем. Все, готово. Так, поближе поставим. Так, что-то... Опа! Что-то открутил. Наверное, и масла нет, но это и хорошо. Потому что мы его будем... Ой, сколько тут жижечки. Все, сейчас... Ну, сколько не видно, да? Это только чуть-чуть. Короче, надо полностью его промыть. Полностью, мужики, промыть. Вот, как-то так. Толщина штока даже интересна. Давайте замерю сразу, а то я точно забуду. Сбрасываем на ноль. Так, 55,8. Вот такие вот дела. Итак, все промыл от грязи, прочистил, внутри протер,
Вот, видите, какая интересная фиксация там. Ну, шарик не доставал на всякий случай. Стакан этот тоже не откручивал. Ну, нечем мне схватиться. Ну, допустим, ладно, пускай. Все продул компрессором. Промыл везде. Все замечательно. Все, теперь сейчас ставим этот стакан. Все собираем на место. Но трубочку ж надо поставить. Короче, вот с тормозной... С тормозов, да? С тормозной системы. Трубочка. Она как раз подходит по размеру сюда. Вот. Сейчас мы ее сюда забьем. Она сядет. И будет брать уже масло снизу. То есть вверх ногами. Вот как-то так. Сейчас забью и покажу. Так, все, забил трубочку. Все, она стоит. Отлично. По гайке. Вот так. В общем, то, что нужно. Все, собираю теперь его. Итак, друзья, домкрат собран. Все. Значит, не стал я. Изначально, конечно, поставил я трубочку, чтобы он работал в перевернутом состоянии. Потом в итоге подумал, ну, пресс мне не так часто нужен. А домкрат может пригодиться в любой момент. Вот такой мощный. Поэтому еще раз его разобрал, убрал трубочку и сделал так, чтобы он работал именно так, как нужно. Пресс сделаем в таком положении домкрата. Вот, как-то так. Поэтому, кому понравилось, лайкосик. Не жадничаем, мужики, не жадничаем. Лайкосик обязательно. Всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся.